Телосложение персонажа влияет на запас очков здоровья и очков выносливости, на способность к сопротивлению болезням, ядам и радиации, на скорость остановки кровотечения и заживления ран, на длительность задержки дыхания, а также на сопротивляемость агрессивной среде, высоким перегрузкам и гравитации. Игра весьма и весьма сложная и хардкорная. Трудностей и опасностей встретится еще многое множество, и зачастую именно от телосложения будет зависеть, умрет мой персонаж или все же выживет на последних единицах здоровья и выносливости. Количество очков здоровья выросло до 211, очков выносливости до 125. По внутренним ощущениям у меня словно объем легких вырос, ребра расширились, отчего надетая водолазка натянулась и даже затрещала. Да и мелкие ссадины на ладонях и лице мгновенно затянулись. Нереально приятное ощущение почувствовать себя резко поздоровевшим.